14 часов 7 минут, 7.07 по Москве, озеро Мылки. Вот это озеро Мылки, куда вчера занырнул объект вот чуть-чуть от острова в сторону. А вот эта стоянка катеров, видите, ну не катеров, яхт практически, которые спасаются сейчас от наводнения, потому что их пирс притоплен. Это уже, ну, протоки Амура, но сейчас залило так, что это сплошной Амур. Вот отсюда до Амурского моста 6 километров. Сплошной Амур. Там дорога, откуда я пришел, снимал. Вот голубенькие домики, сейчас увеличу. Это вот, вот видно, да? 4 крата. Это вот самолетик и корабль. Идеалистическая картинка. С вами Юрий, Комсомольск на Амуре. Вся правда о катастрофическом наводнении в августе-сентябре 2019 года, о котором умалчивает официоз в связи с тем, что выборы, саммиты, торговля ресурсами Дальнего Востока налево и направо. И правда нахер не нужна про это все. Вот признаюсь, я с этого моста прыгал даже не один раз, а 3 раза. Расстояние было, конечно, гораздо больше до низу, сейчас меньше. Ну, было дело, был я молод, был, как говорится. Только в ту сторону. Это не так страшно, кстати. Вон там у лодки стоят рыбаки, браконьерят. Вот что стало с лодочной, смотри. То есть это не самое широкое место вообще. Даже, скажем прямо, одно из самых узких мест в расстоянии между фарватере, между Хабаровском и Комсомольском. И тут вот, благодаря тому, что сопки сходятся, такой вот разлив бескрайний. То есть практически не затопленная только вот эта насыпь, автодорога на Хабаровск, соединяющая Комсомольск. Ну, я еще раз скажу, что сегодня благополучно утонул еще один поселок на железной дороге. Это Тейсин отрезанный, там подзатопленный. Правда, никто не знает. Утонул и утонул, типа, хер с ним. То есть до этого утонул, вчера утонул Эльбан частично. Отрезала его Ульбинка. То есть вот с этих гор. Но тут не самые высокие горы. Там горы еще, хребет идет 200 километров. Под 2000 метров, 1700, 1600. Куча воды с гор стекло после ливня и, соответственно, подпирает Амур с одной стороны, а с другой стороны с гор вода. И все это, в общем, в пойме поднялось 2 метра и затопило нахрен. Телефонной связи нет, ничего там не отвечает, поэтому никто не в курсе. Про дамбу железнодорожную никто не говорит, может, ее тоже уже подмывает там. Вот такая ситуация в Комсомольске. То есть в городе воды уже полно. Ну, предыдущие мои ролики я вам показывал, да. И она стабильно по-прежнему поднимается, то есть по 10-15 сантиметров в сутки, даже по официальным. Вот, кстати, с Эльбана идет автобус. Автобусное сообщение, значит, еще есть. 221-й. Ну, а там вот вдалеке баржа с кучей леса, везущая, две баржи даже у толкача, куча леса, везущая в Китай вот это все. По-прежнему. Автобус на Хабаровск пошел. Ну, прошу сюжет рекламировать, делать лайки, если опять ветер попал в микрофон, ну извините. Снимаю на Android. Говорится, что вижу, о том пою.